Здравствуйте! Все хотят иметь красивый цветущий сад, но еще лучше, если этот сад будет обладать приятным хорошим запахом. Царица, можно сказать, всех запахов в саду – это матиола. А матиола бывает двух видов – матиола двурогая и матиола серая. Матиола двурогая, да, невзрачное такое растение, имеет простые цветки. Днем ее практически не видно, а еще особенно потому, что цветки у этой матиолы днем закрываются. А вот вечером даже ее практически не видно, сразу чувствуется, что матиола есть в саду, потому что распространяется очень и очень приятный такой запах. Недаром матиолу сажают под окнами. Но есть еще один вид матиолы. Это матиола серая. Или мы ее знаем по другим названиям – левкой. Вот это не только запах хороший, это еще и прекрасный красивый цветок. Особенно если левкой махровый. Сортов махровых левкоев несколько. Но есть здесь одно «но». Вообще левкое растение не махровое. Но есть такие сорта, которые 95% цветков дают именно в махровом виде. То есть, если вы посадили, и на картинке нарисован махровый левкой, а у вас проскальзывают не махровые цветки, это все нормально. Но если вы посадили махровые сорта, и у вас большинство цветков не махровые, значит, вы делаете что-то не так, нарушена агротехника выращивания. А левкой очень любят цвет, плодородные почвы, и чтобы почвы были влажные, они очень любят полив. Что не любит левкое? Левкое не любит перекорм азотом, и левкое не любит подкормки навозом или экстрактом его, вот этой вытяжкой, когда мы настаиваем. То есть они не любят излишний азот. Для того, чтобы они раньше зацвели, а начинают цвести они где-то через 100-110 дней после посадки, лучше всего сажать левкое на рассаду. Рассада левкоев подвержена черной ножке, поэтому почву перед посадкой проливаем максимум, семена обеззараживаем в марганцовке, сажаем и верхнюю часть грунта на наших посадках посыпаем песком для того, чтобы предотвратить развитие черной ножки. Но когда минуют заморозки, а левкои очень не любят заморозки, они моментально ими подвергаются, высаживаем на клумбу поближе к окнам, опять-таки, и мы получаем и прекрасный цветок, и дивный аромат, который ночью сразу привлечет ваше внимание. А наши советы помогут вам сделать сад самым необыкновенным из всех садов.